Всем привет на канале Молот, на связи Подпивкович, и сегодня у нас новая Call of Duty Warzone. Покажу вам свой первый эпичный топ, ну и поделюсь своим скромным мнением об этой игре. А точнее о ее новом режиме Королевской битвы, который, кстати, доступен для всех абсолютно бесплатно. Повторяться и обозревать игру в целом я не буду. Не так давно я уже это делал, если кто не видел, чекайте по подсказке сверху. Ну а здесь по сути все та же колда, только в новом режиме и с некоторыми новыми игровыми механиками. Все начинается как обычно. Летит самолет и скидывает 150 челиков в командах максимум до 3 бойцов, которым предстоит ебошить друг друга, пока не останется только одна команда победитель. Соответственно, тут ничего нового. Нужно выбрать подходящую точку для высадки, постараться поскорее до нее долететь и найти какое-нибудь оружие, чтобы не отхватить пиздюлину с самого начала. Ай! Нет, ну, или отхватить и попасть в плен, где у вас будет шанс вернуться в бой обратно. Если ты победишь здесь, то вернешься на поле боя. Но если проиграешь, на этом твоя битва. Так, твоя очередь, солдат. Он по центру, нет, налево бежит. Я, как вы видите, затащил и вернулся. Но даже если вы снова опиздюлитесь, то вас смогут воскресить ваши союзники за баблишко. Если, конечно, кто-то из них остался в живых. Шанс вернуться за бесплатно после попадания в плен дается только один раз за катку. Воскрешать союзников за бабки можно сколько угодно, лишь бы этого баблишка хватало. Это видео вышло при поддержке Александра, Кобры Кай, Антохи Гана, Злобного Деда, Денчика и Сталикс Плея. Огромное вам спасибо за поддержку, братва. Ну а теперь поехали. Союзник получил разрешение вернуться в бой. Дубль 2. Да, бежит к вам в спину. Опять его убивают, вот оттуда. Выдвигаюсь. Почти убил его. Отходи. Просто больше, спасибо. Что там? Повалили меня. Сейчас помогу! Го, нужно на квест идти. Сейчас. Туда. Там еще что-то. Молотов пошел! Все, патрончик. Ой, патрончик, брончик. Да, 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 там еще. Там еще, да, 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 там еще. Пошли помогать. Эх! Наверху. Жесть, там мясо, конечно. Ну, кое-что пробивается, кое-что нет. Тут как-то не всегда. Чё, мы его убили? Ну, чё, чё, кого, чё? Я, меня убили, а вы живы. Да, там же. О, хорош, всё. Обнаружено устройство! Так, что делать? Ты что делать, говори? Я не знаю, что вам делать. Там он в стороже куча пацанов. Если пойдете, скорее всего, умрет. Приближается газ, меня если рискнуть, то вот там. Поставьте меня на ноги. Только у тебя денег нет, а пацан не факт, что захочет рискнуть. А нет, не идет. Он за тобой, по-моему, едет. Я не знаю, что это. Я не могу. О, все, ты можешь меня, да, уже теперь можешь рискнуть. Теперь я вон, я пометил, да. Меня подстрелили! Поставьте меня на ноги! Сойди. Там где парашют, это... Да-да-да-да-да. Садись. Он явно знает. Нет. Я бы ему не верил, конечно. О, ну точно. Подставишься. Вообще он сейчас может обоих риснуть, если захочет. Но у него, да, у него 9 тысяч. О, а я тебя сейчас...
Ну а дальше все более-менее понятно. В процессе самой катки вам предстоит носиться как бешеному оленю и стрелять почем зря во все стороны. Никакой тактикульности тут по сути нет. Решает ваш скилл и действия сообща с командой. Старайтесь не разбегаться далеко друг от друга и работать по таргету. Чем быстрее вы двигаетесь и точнее стреляете, тем больше шансов на победу. Также учитывайте очень большой ТТК. То есть если стрелять по врагам в тело, то стрелять придется очень долго. Поэтому привыкайте выцеливать бошки. Хотя при таких скоростях это не так уж и легко будет сделать. Ну и не забывайте, что круг безопасной зоны постоянно сужается, и вам необходимо вовремя перемещаться, чтобы не остаться в зоне с газом и не склеить там ласт. Все, Дим, готовься. А у меня будильники? Ну да, какие-то будут. Да, Дим. Это, отходим чуть-чуть. Вот туда, куда? Не туда. Там нужна на нас машина. Нам теперь бы на комплект набирать 6 тысяч. Вон там стволы, бери. Вон ствол. Нашел броня. Средний калибр. Нашел броню. Так, пацанчик. Цель отмечена. Вот. Цель опознана. Я ранен. Там. А, отходи в дом. Бомбардировка. Сейчас увидишь. Активная защита установлена. Одного повалил. Там еще один. Давай, значит... давай его зарашим. Он один за машиной, да. Вам отправлена посылка с конфликтом. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную да, зону. Да, надо идти, комплект. Вон он. Магазин. Нашел торговца. Короче, по факту, Call of Duty Warzone – это казуальная игрушка для всех. Тут нет даже намека на какой-то реализм или серьезность. Абсолютно все, начиная от возможностей персонажа, заканчивая оружием и транспортом, направлено на максимальное упрощение и удобство для любого игрока. От полного ракала до задрота. Но это совсем не значит, что играть в нее легко. Скажу больше, чтобы понимать все механики, которых тут очень много, всевозможные обеспечения, беспилотники, авиаудары и вооружение, контракты на бабки, возможность поднимать раненых союзников, и многое-многое другое, придется потратить немало времени. Я вот, например, до сих пор очень плохо ориентируюсь по карте, хотя поиграл уже не так уж и мало. А это очень важный момент для успешной игры. Да и к тому же, чтобы юзать топовые пушки, придется для начала их прокачать. Как-то так. Тут, конечно, все несерьезно, но не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. В общем, играть сможет каждый. А вот побеждать, даже если вы лютый задрот в хардкорные игры типа Подпивковича, вряд ли это вам очень поможет, чтобы сразу всех нагибать. Прям к нам, прям к нам. Там уже никого внутри. Осторожно, газ приближается. Все, все. Нет, все. Не ластовый. Теперь ластовый. Так, это, в машину скорей. Я потому пойду. Что этот идет. Тупо запрыгивай. Запрыгивай. Сейчас еще. Говорить о минусах и плюсах Call of Duty Warzone можно очень долго. Доебаться тут можно практически до всего, начиная от графики и зашкварно огромного занимаемого места на жестком диске, заканчивая откровенно тупыми игровыми моментами типа спрыгивания с очень высоких зданий без какого-либо ущерба, полного отсутствия френдли фаера или возможности стрелять по врагам уже с самого начала катки при пикировании во время выброски. То есть вы такие летите как белка-летяга и при этом еще ебашите с пистолетов и умудряетесь попасть по чувакам. Короче, в общем, если захотеть, эту игру можно целиком и полностью окунуть в дерьмо и быть правым.
Но все это не отменяет того факта, что играть в Warzone достаточно интересно. Она очень динамичная и эффектная. Игра постоянно держит в тонусе от самого начала и до конца. Ну а ближе к концу, когда игроков остается все меньше и безопасная зона сужается все больше, соответственно вместе с этим сужается и ваше очко, напряжение нарастает по максимуму. И игрок начинает испытывать именно те эмоции, которые и должен получать от любой хорошей игры. Так что такие дела. Это, конечно, далеко не шедевр игровой индустрии, но поиграть с друзьями вечерком и получить от этого удовольствие очень даже можно. И саморез, блин. За 4500. И еще брони купи. Все. И вот еще броня. Нашел броню. Так, все, отходим. Погнали наверх, на трейнку. Наверх. Выдвигаюсь. Там лестница. Там. Ну, поэтому я говорю, наверх. Только лучше вот туда идти. Выдвигаюсь. Ближе к центру. У меня на этом все. Смотрим, чем закончится эта наша эпичная войнушка. Ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии. И не забываем оформить подписку на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Играйте в хорошие игры. Всем добра. Так, типы. Вижу. Знаешь, ребята играют в газа повышается. Следуйте в новую безопасную. А вы там, задроты, какие-то. Раз. Пошли еще сместимся вот сюда. Я иду туда. Матвей, отойди. Матвей. Вот шкот. Внимание, на вас охотится команда противника. Ну да, но мы на крыше, ну, в принципе, это норм. Все, пока сидим тут, потому что это, ну, тупо отстреливаем, и сейчас за нами придут, я думаю. Мы, по-моему, пробежали. Не факт, мы же не знаем, кто нас отслеживает. Приближается газ. Только, блин, он бы помечал бы где. Остерегайся врагов. Иду. Отсюда били. Иду. Иду. У нас прям тут, Дим. Вот тут, наверху. Вижу движение. Да. Над давай, нами. Справа сверху. Под обстрелом. Наверху был. Одного убили. Второго убили. Моих убили, отлично. Не забудь броню. И вот здесь им еще броню. Бомбардировка. Смещайся. Просто куда-нибудь. Вот так, да. Они на такой большой крыше нас нормально не. Кто-то запрошу. Ну, блин, действительно, сидим на крыше всех мочим. Не знаю даже. Да, добиваю. Моха он вполне. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону. Нам главное сейчас не ребят внизу бояться, а ребят, которые к нам могут прийти. Куда-нибудь залезть, залететь. Посылка с комплектом там, уже там, в пути. Иду! Так точно! Да, вон он. Там еще один есть. Да, они вон. А вот такая... бежит. Вижу движение! Такая однозарядная пушка у тебя этими бьет. Почему? Ну, нет, у меня такая же. А есть это удобно. Там, прям там. Да, я. Да, я.
Спина! Осторожно, меня убили, прям на мне. Понял, как кинуть эту гранату? Да не гранату кидай, бей просто. Вон один. Все, спасибо. Редиси, пожалуйста. Сейчас помогу. Все, меня редисай, тип защищай. Вы ему начал долбить. Диман, хрена, либо ку, либо центральный кнопка мыши. Да. Ну хрену, ты как сказать, ну, в такой ситуации выглядит. Потому что хрена. Ну, может быть, меня бы просто убили. Там было именно доля секунды. Так. У нас тут, кстати, типы подъехали. Сейчас опять могут залезть, готовься. Где-то вот в машине тут подгонили к нам. Пошли вот сюда, переберемся. Выдвигаюсь. Обнаружен ящик с припасами. Отмечаю координаты. Это не важно, это кто-то КСЗ. Газ приближается. Отмечаю безопасную зону. Там в опасной зоне были типы. Надо бахать всех. Блин, я какой-то другой ствол взял. Блин, ну бывает, по ошибке. Иду! Ну, ладно. Просто нажал. А я туда уже не хожу? Ну, не факт, что ты уже стоишь, там уже зона. Там, вон, пацан по кому стреляет. Сейчас схожу. Можешь сходить. Аккуратно. Ой, там уже зона, Дим, не успеем. Пошли вниз. Вниз, да. Игроков. Осторожно, газ приближается. Да, оставайся наверху. Я под обстрелом. Я кого-то убил. Вижу, у меня тут контакт. Я нажал бы плашку. Да, броневой. Я обхожу его. Под обстрелом! Все, все. Не-не-не, вот там ты убил. Все лежат. Да, все лежат. Вот там остался, где? Лежаешь, где? Вот. Прыгни к нам. Вот он, вот, прям я бегу на него. Он справа тут. Вот тут. Вижу движение. Вижу его. Все. И теперь сейчас к нам придут. Иду. Сейчас готов, сейчас придут к нам. Да. Вон еще тип. Вот так. Сейчас помогу. Все, убили его, отлично. Броника ни хрена нет. Иду. Ой, зона. Нормально. Осталось 6 типов, 2 тима. 15 типов. Типа типу. Убил. Нужно добить. Добил. Двое осталось. Броню выбил. Я тоже другому. Тупо не пускай, короче. Навалил. Хорош. Все, мы выиграли. Пока. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Надо разобраться с этой сволочью как можно скорее. Чекаем. И они еще живы. Но они в кругу. Ну, типа не в кругу. Вижу. Вон он. Все. Прекрасно. Да, гадим. Что, затащили типа? Да, победа. А вот это кто? Я не знаю, кто-то из них, наверное, рисует в конце. Вот это мы красавчики. Ху-ху-ху. Респект от Колян. На месте. Мы без тебя справились. Еле-еле. Еле-еле, правда. Но мы хотим с тобой в следующий раз. А сейчас в конце покажем состав. Пошаг, шестерик. Не, ну нормально, ты чё, больше 2000. Да ладно. Ну я тебе говорю, больше 2000 для человека, который играет второй день.